Завоз грузов по республике идет опережающими темпами. По данным, уже завезено 50% от плана. Что касается зимников, то на сегодня почти все они по республике открыты. На совещании по завозу грузов первый вице-премьер Алексей Колодезников распорядился накопить запасы топлива в селе Колымское для нужд двух отдаленных поселков Нижнеколымского улуса. Также сообщили, что во всех населенных пунктах Среднеколымского района зимники функционируют, а запасы угля составляют более 10 суток. Завоз находится на контроле. Кроме этого, Колодезников отметил, что все необходимые объемы завоза продуктов питания по линии Якутопторга и Туймада-Агроснаба в северные арктические районы республики идут по плану. План завоза автозимниками 644 тысячи тонн грузов, 322 тысячи уже доставлены. Это со значительным опережением по сравнению с прошлым годом. В части открытия автозимников регионального значения все автозимники открыты, кроме автозимника «Арктика». У нас сейчас идет пробивка автозимника между Колымским и Андрушкиным.